В Минске на Кангаласском улусе проводятся совместные рейды сотрудников ГИБДД, Ространснадзора и Федеральной службы судебных приставов. О том, сколько нарушителей уже выявлено и до какого числа будут проводиться проверки, расскажет Екатерина Ефремова. Поселок Нижний Бестях находится на пересечении трех автодорог – двух федеральных и одной республиканской. И загруженность дорог транспортом увеличивается с каждым годом. Совместное мероприятие сегодня проводилось на федеральной автодороге Колыма. На рейд вышли 4 сотрудника ГИБДД, задействовано 2 автотехники. По итогам 9 месяцев этого года в Мегино-Кангаласском улусе за нарушение правил перевозки людей составлено более 750 административных материалов. Из них более половины за нарушение правил перевозки детей. Игнорирование правил перевозки пассажиров, в том числе перевозка детей без специальных удерживающих устройств, приводит к плачевной статистике. По итогам 9 месяцев 2016 года на территории Мегино-Кангаласского района произошло 46 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Пострадали 86 человек, и в 4 ДТП со смертельным исходом погибло 5 человек, в том числе один ребенок. За первый день работы на совместном рейде судебным приставом-исполнителем проверены по базе 25 водителей, из них 10 значатся как должники. Во второй день проверено 22 автомашины. 2 должника оплатили на месте по квитанциям, вручены повестки 3 должникам. Проверяются лица, должники, имеющие задолженность по решению суда по исполнительным производствам, а также проверяются должники, имеющие обязаны уплачивать алименты по решению суда, которые именно вот скрываются либо уклоняются от уплаты алиментов. Совместные рейды Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Ространснадзор и Федеральной службы судебных приставов будут проводиться до 7 октября. Если учесть, что за 9 месяцев на территории улуса составлено 7600 административных материалов, всем владельцам транспортных средств рекомендуется оплачивать штрафы и другие долги своевременно. Екатерина Ефремова, Василий Петров, НБК Саха, Мегино-Кангаласский улус.